День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Dying Light. Эта игра сейчас вышла достаточно недавно, пару дней назад. Она продается за полную цену AAA игрушки. И я вам скажу честно, ее можно спокойно обойти, о ней можно спокойно не думать и подождать, пока она будет на 50 или 75% скидке. Я, знаете, обычно такое говорю о плохих играх. Эта игра сама по себе неплохая. Она настолько жестоко стандартная. Она настолько жестоко середнячковая, что на нее не стоит тратить полную цену. Знаете, если бы это было и вправду какой-то шаг вперед, такое ощущение, то что это зомби, это фрираннинг, это еще крафтинг, это немножко свободного мира, и все это вот так вот вроде бы даже немножко красиво, и это класс. Но это все ингредиенты, которые смешаны. Начнем с того, что мы все эти ингредиенты знаем. И эти ингредиенты смешаны так, что ничего удивительного. Черт. Если я вам сейчас не показываю зомби, это потому что я не хочу умереть. Это первая ночная, по-настоящему ночная миссия, в которой мне дали ночью побегать. Я теперь понимаю, почему мне раньше не давали бегать ночью, потому что это все заканчивается очень-очень плохо и страшно. Так, давайте заберемся. Да, я знаю, хорошо. Все, давайте пойдем. Отлично. Я здесь буду сюжет пропускать и скажу вам честно, это не потому, что я хочу вам, не хочу вам заспойлерить, это потому, что здесь просто нечего смотреть. Абсолютно сюжет нулевой, тут есть какая-то интрига с тем, что мы приходим к людям, они нас спасают, а мы, оказывается, агент чего-то непонятного. И, конечно, можно было бы сказать, что интрига. Но если бы они сделали хороший геймплей, интересный открытый мир, и дали бы мне хороший фрираннинг, а также сделали бы все менее коричневым. Знаете, я понимаю, я требую слишком многого, но вот это то, что все коричневое, это немножко нервирует. Я был бы уже не против. Да, я был бы очень-очень рад. Было бы абсолютно чудесно и классно, и обалденно. Но, к сожалению, этого они решили не делать. Поэтому я вам говорю, что... Да, если вам хочется срочно смотреть на эту игру, у которой нулевой сюжет, и она вроде бы как бы, да, она работает, и, потому что в последнее время вообще игры полностью сломанные выходят, я удивляюсь. Вроде бы пару лет назад уже такого не было, а сейчас они снова начинают такое делать. Но у меня нет к ней симпатии. Вот почему. Может быть, потому что она мне очень сильно напоминает Dead Island. То есть, если вы, например, не играли в Dead Island, я вам советую ту игру больше, чем эту. Да, Dead Island абсолютно не идеальная игра. Но у нее, по крайней мере, все интереснее. Здесь, ну и за Dead Island вы заплатите в 10 раз меньше, чем за эту. Здесь все настолько стандартное, уже виденное и... Что просто не стоит. Стоит на это тратить время. К сожалению, я надеялся, что это будет ночная миссия, и потом мне дадут... хорошо. А с другой стороны, знаете что? Мы, по идее, мы можем... Пойти. Да, мы сейчас ищем антизин, или антизин, или антизин. Смотря как кому нравится. Так, давайте сходим на кровать. Я просто вам хочу нормальную графику показать. Так, отлично. Сюжет есть. О нем просто можно не говорить. Здесь есть продавцы, которые продают все, что слишком дорого. Я могу также вещи продавать. В основном из лута мы находим вещи, которые, из которых мы можем другие вещи крафтить. Крафт здесь есть, и это вроде бы мило и хорошо, но это абсолютно неинтересно. То есть, такое по-настоящему интересное и крутое оружие сделать практически, ну, скорее всего, можно будет позже. Но пока что этого нету, и это скучно и неинтересно. Что у меня есть? Ага, понятно, он нарисован, он не настоящий парень. Давайте. Вот такой вот лут я нахожу обычно. Это то, что я получаю обычно, и то, из-за чего мне абсолютно не хочется сейчас бегать по домам и искать разные вещи, потому что отлично, вот, открывашку нашел.
нету интереса лутить что-то, нету интереса что-то искать. Здесь более или менее приличная дополнительная миссия. То есть главный сюжет не очень, а дополнительные миссии, которые она заставляет побегать по миру, посмотреть, давайте посмотрим. То есть у нас здесь по-настоящему большая карта, в которой можно открывать отдельные, видите, безопасные домики, где мы можем потом пережидать ночь и всякое такое. Это хорошо, это молодцы, это сделали. Но так как в этом большом мире нету ничего, что бы меня заставило просто выйти, пойти и побегать, поискать, посмотреть, это проблема. То есть нету эффекта, и я понимаю, что со Скайримом что-либо сравнивать очень тяжело, потому что Скайрим — это и в Африке Скайрим. Но вот это вот «я пойду, и у меня будет приключение», такого нету. Нет, я пойду и сделаю миссию, да. Я пойду и дойду до чекпоинта, да. Мне нужно добежать или куда-то забраться, да, но, классно, открытый мир, у меня будет приключение, к сожалению, нет. Давайте поговорим немножко о фрираннинге, который очень большая часть, или является большой частью в этой игре, и, по идее, да, по идее, мило. Платформер с зомби, это хорошо, такого еще не было. Я могу его пинать бесконечно, сколько захочу. Бедняжка, его жалко стало. Давайте заберем у него всю мелочь. Но о чем я? О том, что фрираннинг, он весь просто о том, чтобы нажимать на пробел как можно дольше. Что-то это горящий летающий мужик в небе, он мне не нравится абсолютно. Да, какой-то зомби, которого я еще не видел. Но видите, то есть я сделал длинный прыжок, я просто нажимал долго на пробел. Горящий мужик, ты что, думаешь, ты особенный? Ты думаешь, ты мои пинки тебя не убьют? Далеко ошибаешься. Но я могу делать любой прыжок. Если я не слишком высоко падаю, то я всегда могу спастись. Я могу всегда зацепиться. Самое главное — это нажимать на пробел. То есть тут это самое главное. Тогда мои прыжки длиннее будут, и я буду цепляться за край, например, вот так вот. Я могу в любой момент немножко споткнуться, упасть или не долететь. Я нажимаю пробел, цепляюсь, и все хорошо. Так что здесь можно не волноваться. Парень, ты... Нет? Идите. А вот туда. По-моему, я зря это сделал. Но мне надо делать это. Да. Хорошо. Если вы замечаете то, что игра немножко притормаживает, это потому, что она просто не дружит с моей записывающей программой. Вообще-то игрушка идет нормально, так что... Тут, то есть, с технической стороны я абсолютно не могу пожаловаться. Абсолютно. То есть она идет хорошо. Можно просто-напросто в нее играть. Но вы здесь не найдете. Если вы ищете чего-то другого, может быть, это моя проблема в том, что я, когда беру новую игру, я пытаюсь найти в ней что-то новое, что-то то, чего я еще никогда не видел. Или хотя бы то, во что я могу окунуться. То есть живой большой мир. Ни того, ни другого здесь нету. Да, здесь есть кровь, да, здесь есть вот это вот детское, давайте мы его запинаем. Но оно не цепляет настолько, чтобы можно было сказать, да, заплатите полную цену, оно это 100% стоит. Я не очень понял. Мужики. Эти в желтом, они злые, плохие, я не буду с ними разбираться. Потому что пока что я слабоват, чтобы с ними разбираться, я лучше от них отойду. И посмотрю, вот давайте попытаемся открыть себе вот этот безопасный домик. Посмотрим, что в нем такое. Обычно их нужно очистить от зомби. Что, мы не умираем? Все еще не умираем? Так, хорошо. Давайте я тогда поднимусь. Очень важно бегать туда-сюда, вверх-вниз, потому что простые зомби за мной не могут угнаться тогда. Другие зомби могут, не волнуйтесь, тут есть другие зомби, которые могут. Большие, страшные, зеленые, желтые, и стандартные мутанты, с которыми уже 155 тысяч раз виделись. Но все-таки. Так, брысь. Да, давайте будем их пинками. Пока я буду отдыхать. Что еще? Вот и все. Есть еще система скиллов, и система скиллов именно такая, как в Скайриме. А то есть, чем больше я дерусь, тем больше я поднимаю свой скилл в бою. Чем больше я уворачиваюсь и прыгаю, и делаю трюков на бегу, тем больше я получаю скиллов вот именно в
воротливости или в беге. То есть я делаю то, что я делаю, а мне уже тогда говорят, а, ну, ты, значит, тебе нравится это делать, то давай, пожалуйста, вот, у нас есть для тебя предложение. Парень, ты совсем умирать не собираешься? Что-то я не понял юмора просто. Или это они сделали его особо мощным, чтобы он защищал этот домик? Так нет, мы не дадим тебе этот домик просто так. Понятно, я сломал себе палочку. Просто не читая, что там происходит. Вот тебе. Парень, ты... Нет. Пока я отдыхаю. Есть? Все? Нет? Да. Кто еще? То есть, по идее, это моя сумка и мой домик, но тут еще явно кто-то есть. Кто-то что-то есть, что... Кто до меня тут шуршит? Так, энергию. Скорее всего, там на крыше кто-то еще стоит, чтобы он не мешает. Но, забирайся, дорогой. Нет. Странно, а где тогда энергию включить? Как раз вот на эти мешки нужно прыгать, чтобы ножки не поломать. Обычно можно нажать кнопкой, но ничего, сейчас... А, господи, я тормоз. Та-дам! Мой домик, все, я теперь могу лечь в кровать, я могу теперь инвентарь поменять и всякое такое. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. У нас есть наше оружие, у нас есть наши элементы, из которых мы что-то делаем, у нас есть главные квесты и дополнительные квесты, карту я показывал, крафтинг, он и в Африке крафтинг, и скиллы. Как я уже говорил, видите, я уже насобирал кучу всякой всячины. Я их просто не раздавал. Хотя они и не очень нужны. Да, может быть, они дают небольшие бафы, но для того, чтобы играть по-настоящему, играть в игру, они не очень нужны. Так что, да. Я обхожу жизнь без них. Вот и все. Опять же, по-моему, в эту игру можно играть спокойно на скидке. Абсолютно можно не торопиться. То есть, никуда можно не торопиться. С другой стороны, я понимаю, хайп, и вы уже, скорее всего, 9/10 вас предзаказала и купила, так что, тут уже ничего не поделаешь. Просто, я понимаю, почему эта игра может понравиться некоторым, но я не думаю, что она стоит своих денег. Я тогда на этом закончу, скажу вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.